Траурные мероприятия прошли во всех муниципалитетах Кузбасса в пятницу, на 9-й день после аварии на шахте «Листвяжная». Здесь 25 ноября произошел выброс метана. 46 шахтеров и 5 горноспасателей погибли. Ровно в 8:21, 4 утра по Москве, когда произошел взрыв, во всех крупных населенных пунктах жители возложили цветы в память о погибших. В поселке Грамотеино, где находится «Листвяжная», в церемонии принял участие глава региона Сергей Цивилев. В главном храме Кемерово по погибшим отслужили молебен. Продолжается работа по ликвидации аварии на шахте. Отделение в шахте производит разведку необследованных участков горных выработок, поиск пострадавших шахтеров и выдачу на гора погибших шахтеров. В пятницу горноспасатели подняли из Листвяжной тела 12 погибших. Местоположение еще 15 жертв аварии остается неизвестным. Возбуждены 2 уголовных дела. 5 человек, в том числе директор шахты и его заместитель и начальник участка, арестованы.